сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машин двері свої запорошені, нам не випадуть з рук. Машин двері, штурм гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, гея, гоя. Ми прийшли вже, гея, гоя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то сейчас поругался, блин, с молодежью, они такие глупые. Понятно. А что у вас? Нормально все у вас там, да? Так, очень хорошо. Меня зовут Александр, я из города Харьков. А зачем вы ругались? Да не, они просто начали там сразу же там, знаете, кричать там, мы вас москали, там, тра-та-та, и пятое-десятое. Я... С галяку на галяку. Я не успел даже ничего сказать. Да, смерть фашистским оккупантам. Ну, да, типа да, того, да, да, да. Точно. Вот мы точно, вот, точно. Вот, может, вопрос, а вы, вот я Александр из города Харьков, а вы откуда? Я с Луганской области, город Красный Луч. Красный и... Луч. Знаю этот город. У меня когда-то оттуда девушка была. Ух ты. А мне в Харькове... У меня там две квартиры есть в Харькове. Лично мои, личные. Ну, слава тебе. Они по сей день стоят. Слава. Сдаете? Нет. У меня там родственники живут. А. На маршала Жукова. На маршала Жукова. А. Есть такая станция метро маршала Жукова. По Московскому проспекту. Выше там проходишь там, и как бы и есть у меня там моменты свои, вот, как бы я до вот этой всей хуйни, извини за выражение, войны этой, которая не псевдовойна, у меня есть там все. Я как бы сейчас туда приеду и буду там как дома себя чувствовать. Харьков — это мой город, потому что я люблю его очень сильно. Это самый замечательный город в Украине, который я считаю. Вот. Я тоже, мне он тоже очень нравится. Да. А вы откуда, с какого района будете? Ну, я рядом с Алексеевкой живу. Но я сейчас нахожусь рядом с Окружной. Я на работе, нет, у меня своя маленькая мастерская. Там, где Филипп Морис, где Филипп Морис Окружная или где? Нет, 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 в другом месте. Нет. Не, не там, где Алексеевка. Там у меня просто, я, у меня маленькая своя мастерская частная. И я сейчас в ней нахожусь. Занимаешься? Радиоэлектроникой. Я понял. Очень классными делами делаю системы дистанционного управления оружием для разминирования. Ну, то есть, вот ДРГ, чтобы загонять. В общем, очень классно все. Так вы наш человек, ё-моё. Я знаю. Это... А у меня для... у меня... Родственник работал на турбоатоме, ну, он там был там начальником, инженером, знаешь турбоатом? Ну, конечно. Кто же не ну, знает турбоатом-то? Единственный в Харькове завод, который, ну, ты знаешь. Ну, а я не на заводе, я сам по себе. Вот я сам у себя работаю. У меня своя мастерская маленькая. Я до войны занимался там ремонтами и там другими вещами. А вот как война началась, стал, в общем, очень классные штуки делать. Еще раз извини, пожалуйста, как тебя зовут? Александр Беспалый. Вот потом в Ютьюбе набери Александр Беспалый, Леся. Леся, Саш, это миномет я... такой. Очень хороший. Саш, послушай, я не собираюсь там в Ютьюбе набирать. Ну, я просто это... говорю, если вдруг захочешь. Да не надо мне, что, клоун какой-то там, блядь. Не надо, да, не надо ничего. Я не ФСБшник, там не СБУ. Не, ну, понимаешь? Может, захочешь посмотреть. Ну, если не захочешь, то и слава богу. Нет, ну, захочу, я тебя в Харькове найду сам. Я понял. Вот, дело не в этом. Зачем мне этот цирк нахуй устраивать? Я не просто, надо никакого понимаю... цирка. Да. А ты чем просто... занимаешься? Я занимаюсь чем? Добыча газа. А, понятно. Господь. А где? А что там? В Красном Луче там газ добывают? Нет, я, нет, я на Ямале. А, на Ямале. А сейчас ты где? Да. Я сейчас в Краснодаре. А, в Краснодаре. Понятно. Сейчас, да.
Ну, как бы так вот. Я не скрываю ничего. Карты все открыты мне, пожалуйста, без вопросов. Да я ж разве против? Я в миротворце есть, там, да, там говорят. А по какому поводу ты в миротворце есть? В чем? Что ты такого сделал хорошего? Ну, потому что я... Разговоры на русском языке. Нет, ну, а? Разговоры на русском языке. Нет, то, что русский язык нет, то не то. Я ж прокурор вообще. А, ты прокурор. Был. Был. В Красном Луче. Да. А как твоя фамилия? Ну, ты же есть в миротворце. Вот у меня фамилия Беспалый Александр Викторович. А у тебя как фамилия? Ну, не бойся, ты же уже есть в миротворце. У меня? То есть ты прокурор-предатель. Ну, как там вот это предатели стали. Да. Почему предатель? А почему нет? Ты прокурор Украины был? Нет. Ну, государство Украины ты прокурор? Или какого государства ты прокурор? Луганская область. Ты был прокурор Луганской области Украины. Логично, да. Правильно? Да, да. Ну, да, да. А стал ты каким прокурором? Или ты вообще никаким прокурором не стал? Прокурор, я сейчас заведую отделом одним. Каким отделом? Ну, в России. А, в России. Ну, я же говорю, а что случилось, что ты был прокурором? В Красном Луче украинским прокурором. Потому что бендеры настигли нас и всех изгнали, блядь, в миротворец. Ага. Просто так. Ну как? Ну, думают, раз прокурор, а в Харькове прокуроров тоже настигают бендеры. Ну, Виктор Пшонко был прокурор генеральной Украины. А, хороший такой, да? Классный прокурор был. Ну а почему не? Не, ну хорош же, ну прелесть же, а не прокурор. Ну правильно же, ну Пшонка, это же чудесный прокурор был. Ну правда ж таки, да. Ну, был, да. Был. А сейчас поставили прокурора, который продает все земли, блядь, американцам. Американцам продает. А ты что? Я не продавал Украину. Не продавал. Так а за что ж тогда тебя на миротворец? Ты, наверное, предатель-коллаборант. Ну, потому что я, наверное, с Януковичем пошел туда. А, понятно. Слушай, а у тебя ж, ну, раз ты прокурор, у тебя ж юридическое образование? Конечно. А какой ты вуз заканчивал? Донецкий. Донецкий. Слушай, а что такое римское право? Мы сейчас будем о праве говорить. Не, просто же интересно, вам, ну, не, хоть стой. У тебя в голове, может быть, ты врешь. Ну, какой ты прокурор, если ты не учился в вузе юридическом? А в вузе, ну, ты платил за обучение, и ты купил диплом. Ну, в Донецке ты купил диплом, правильно? Не покупал. Не покупал. Так, а если ты не покупал, ты же учился там? Я в ХАИ учился. В ХАИ учился? А по какой специальности? Блять. Ну не бойся, чего ты? Ну я ж тебя спрашиваю. Боюсь. Смотри, я учился, я учился в военном училище, а потом диплом я получил в Харьковском институте радиоэлектроники, специальность радиотехника. Да, да. ХАИ. А по какой специальности ты в ХАИ учился? Она бухгалтера. Бухгалтер, да? Бухгалтером не был. Не был бухгалтером. Ну а по какой специальности ты учился? Ну зачем? А, ну то есть такой провокационный, ну понятно, я понял, провокационный вопрос. Информация есть, можешь посмотреть в интернете и увидишь сам. Я понял. Не думаю, что мне это будет очень интересно, ну, видно будет. Думаю, может быть, кто-то посмотрит, но это не важно, не переживай. Все. Вот сей и все.